Всем привет, с вами Лилия Донскова, и сейчас у нас будет обзор одной из коллекций аксессуаров и сумочки из каталога Oriflame номер 12, который вот-вот уже стартует, и будем сегодня смотреть коллекцию «Медовый месяц». В этой коллекции шикарная сумка, кстати, обратите внимание, этот оттенок, он такой глубокий желтый, даже горчичный бы я назвала его, сейчас очень модный этой осенью, и вообще приятный осенний цвет. В сумочке чудесная форма, она достаточно объемная, у нее классно складывается дно, и если нет необходимости, она не будет смотреться пузатой, но если вы в нее что-то положили, то сумочка расправится и вместит в себе достаточно много нужных нам девочкам вещей. У сумки чудесная ручка, ее можно повесить просто на плечо, можно перекинуть, как сейчас модно, сейчас мы ее зафиксируем. Как сейчас модно сумки носить достаточно высоко, не как мы раньше носили на попе, да, сейчас мы сумочку поднимаем чуть выше, на уровне талии, и носим ее вот таким образом. Ремешок можно заменить, так как он удобно расстегивается, то есть у него здесь есть специальная возможность снять его совсем, заменить на цепочку. Можно менять размер, длину ремешка, то есть можно сделать поменьше, побольше, на ваше усмотрение. И к этой сумочке, сейчас я из нее выберусь, очень классная сумка. Да, я еще не закончила, кстати. У нее есть внутри чудесный кармашек потайной. И внутри кармашек на молнии. Очень классная сумочка. Мне она понравилась. Легкая такая, невесомая, красивый цвет. По размеру каталога. Давайте примерим, чтобы было понятно, какой размер у сумки. Вот она примерно... как каталог, но каталог, конечно, в нее таким образом не войдет, но, скорее всего, если его вот так свернуть, то он сюда поместится, да, просто идеально. То есть каталог можно будет с собой носить. А к этой сумочке у нас есть коллекция пчелок, серьги-пусеты, сделаны в форме пчелок с раскрытыми крылышками. Очень приятный цвет, то есть он не желтый, не серебряный, то есть такой мягкий, спокойный оттенок какой-то из золотистых, ну, мне очень понравился цвет, просто пчелки-пчелки. И чудесное ожерелье-брошь, то есть оно у нас многофункциональное, мы можем одеть просто вот на цепочке, как ожерелье повесить. Я вам продемонстрирую даже. Так, цепочка регулируется, кстати, можно делать подлиннее, можно делать покороче. Очень красиво смотрится, как на черном, на бежевом будет хорошо смотреться. Золото на всем хорошо смотрится. Вот такая красивая штучка. Сумочка дополняет образ. А если вы хотите, чтобы у вас на шее ничего не висело, например, может быть у вас какой-то наряд, который не предполагает, чтобы было ожерелье, вы просто аккуратненько вынимаете цепочку, а брошку... пристегиваете куда-то уже на клапан воротничка или просто на вещь, блузку или кофточку. И это очень чудесно выглядит. Такая классная коллекция. Я думаю, что эта покупочка принесет вам очень много радости. Поэтому заказывайте, каталог уже скоро стартует. С вами была Лилия Донскова. До новых встреч. Ставьте лайки. Пока-пока.